виртуальными технологиями приходится мириться, мне кажется, потому что они идут своим темпом, идут, как я сказал, по головам людей. Некоторые вот там уже прям в 50 уже не возьмут iPhone, не поймут, как это делать. Так же, как и за руль там не сядет человек 60-летний, не задаст на права или не начнет учить там язык. Хотя, что ему мешает, как говорится. Нам интернет и технологии, вот то, что сейчас вот перед тобой этот айфончик вставляется, и ты попадаешь, вот крутишь головой. Да, наверное, это убивает бабушек с дедушкой, так сказать, вот я имею в виду технологии, то есть экран 2D, так сказать. 3D тоже остается, ну, так же, как кассеты были. Вот. Как это произошло все за какие-то реально лет 5. А сейчас уже не вспомнишь. Вот у меня, я храню эти кассеты. Недавно продал машину BMW, она там была с кассетами, кассетниками. Ну, там возил их, слушал. Иногда качество лучше, чем на диске. И шипение это тоже своя романтика такая. А у отца бобины были вот эти вот. Я понимаю, что от этого никуда не деться, это есть, и с этим надо мириться и идти дальше, пытаясь схватиться и поймать, так сказать, самое прекрасное от этого процесса. Вот такая у меня мысль. А то, что они будут двигаться и будут каждый год 386, 486, там, пенсиум, и потом двухъядерные, трех. Я уже не знаю, что ядер. Вот ядерное, да, все ядерное будет у нас. Опасное и ядерное.